Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про зміни, які передбачені законом про протидію легалізації доходів та фінансуванню тероризму. В нашій студії адвокат, експерт з місцевого самоврядування, почесний директор громадської організації «Інститут реформ та інновацій» Станіслав Абрамов. Вітаю вас. Добрий день. Станіслав Абрамов – адвокат, експерт з місцевого самоврядування, почесний директор ГО «Інститут реформ та інновацій». Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Одружений, улюблена страва – топтанка. Хобі – мотоцикл, суддівство з американського футболу. Станіславе, ще раз вас вітаю. Тож, 6 грудня 2019 року було прийнято закон України 361.9 про запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Цей закон був, були головними користувачами цього закону фінансові та банківські установи. Саме зараз це змінилось. І круг користувачів закону збільшився. Тож, розкажіть, будь ласка, що нам несе саме цей закон? Добрий день ще раз. Действительно, это был принят закон в новой редакции. То есть до этого существовала такая же с таким же самым названием закон в предыдущей редакции, который описывал круг, как вы их назвали, пользователей, то есть сфера, на кого распространялся закон как субъектов первичного финансового мониторинга. Это был более узкий круг. То есть, в частности, если мы возьмем адвокатское направление, то есть одними из субъектов были субъекты деятельности, которые оказывали адвокатские услуги. Но по предыдущей версии закона, почему она была более урезана, чем сейчас, потому что предполагалось, что субъектами были адвокатские объединения, как юридические лица, и адвокатское бюро, и самозанятые лица-адвокаты. Все адвокаты, которые находились с адвокатским бюро и объединением в договорных отношениях, то есть были сотрудниками, они не подпадали под действие этого закона. В предыдущей редакции, в новой же редакции выписали всех отдельно трех субъектов, в том числе и адвокатов, как работающих как по договорному, так и самозанятых лиц. Поэтому вот, на примере адвоката устранили, скажем так, некие прогалины, да, пробелы в законодательстве, и этот перечень расширился. Точно так же сюда в этот перечень попали и лица, которые оказывают бухгалтерские услуги, как самозанятые. Как... Это юридичные лица. Нет, особо, вот здесь как раз вот в новом законе, это и как те, которые оказывают как юридические предприятия, юридические лица, которые оказывают бухгалтерские услуги, самозанятые лица, которые оказывают бухгалтерские услуги, и лица, которые оказывают бухгалтерские услуги по договорам. То есть этот перечень был расширен максимально на сегодняшний момент. Нотариусы, понятное дело, в каком виде они в любом случае существуют, как частные, так и государственные, да? У них нет другого. Они тоже подпадают под действие этого закона. Да, здесь перечень достаточно большой. Это финансовые компании, это ну, банки, естественно, банковский сегмент, представители, которые оказывают услуги горного бизнеса, это вот как раз адвокаты и самозанятые лица, которые оказывают юридические услуги тоже, то есть это специалисты в отрасли права, это субъекты оценочной деятельности, это субъекты, которые предоставляют исполнительные услуги частного исполнительного производства и так далее и тому подобное. То есть перечень реально очень большой, он действительно был расширен. Навіть риэлторы. Риэлторы, да, все, которые оказывают услуги, связанные с недвижимостью, да, то есть это риэлторские организации и фирмы, да, и точно так же, как и частные самозанятые лица, которые оказывают такие же самые смежные услуги. Що потрібно буде робити цим самим суб'єктам первинного фінансового моніторингу, яких ви перерахували? Прежде всего, законом предусмотрена обязанность всех этих субъектов стать на учет, как субъекта первичного финансового мониторинга. Так на учет становятся в структурных подразделениях Национального банка и Минюсте. На данный момент полного разъяснения процедуры нету. Минюст еще не выдал соответствующий приказ, то есть как, где и в какой процедуре.
Если мы вернемся к редакции предыдущего закона, там было четкое разъяснение, если не ошибаюсь, 2008 года Минюста, которое разъяснило следующим образом. Все субъекты, которые первично финансового мониторинга описаны, если у них возникают взаимоотношения, по которым у них возникает определенное подозрение, они становятся на учет. Если, допустим, самозанятое лицо не оказывает услуг, ну, то есть работает там в другом направлении, но остается самозанятым лицом, и у него нет контрагентов, по которым есть определенные операции, он не становится на учет. Зараз повинні стати на облік усі. Да, законом предусмотрена такая вот императивная форма, что стать на учет надо. А вот процедуру и порядок еще пока ждем разъяснений. Хоча цей закон вступає в силу 28 квітня. Да. І часу залишилось дуже мало. І скільки взагалі дається часу, щоб зареєструватися в Мін'юсті з цим всім суб'єктом? Понимаете, прежде всего, обратиться надо в Министерство юстиции о том, что такие, ну, такое юридическое лицо, да, или, соответственно, субъект хозяйствования, или же там прочие субъекты с перечнем, что он осуществляет эту деятельность, и он обращается для постановки на учет. И должен передать пакет документов. Тобто документ, це заява, так би мовити. Грубо говоря, да. Опять-таки, так как нету подзаконного нормативного акта, которым разъяснена вся последовательность, пока в таком виде. Ну, это чтобы обезопасить себя от любой ответственности. Да? Вот. После этого, вернее, параллельно с этим, надо еще принять ряд определенных внутренних документов, определить лицо, которое будет заниматься этим финансовым мониторингом, если это речь идет о юридическом лице. Если лицо занимается, ну, самостоятельно оказывает услуги, естественно, это самому. Ему треба навчитися. Самому для себя, да. То есть перелопатить весь закон, понять, какие действия он должен сделать. То есть прежде чем вступить в взаимоотношения с клиентом, проверить своего клиента как орган финансовой инспекции, понимаете? То есть проверить все документы, которые ему подаются, если у него возникает подозрение, еще мало того, рекомендуют закон не вступать в отношения с таким клиентом. Ну, то есть... Иначе, я так разумею, будут штрафы. Могут быть. По штрафам, я думаю, это надо вообще отдельным блоком проговорить. Разъяснение, так да, потому как там по отношению финансовых санкций, ну, то есть вот, штрафных именно как раз санкций, там вообще очень интересная история, потому как пока непонятен процесс доказывания. Как можно установить, какой порядок сбора доказательств будет по вот таким делам. Понятно, что если это оказывались услуги там, напрямую, связанные с получением денег преступным путем, то тогда один вопрос, когда к нотариусу обращаются, да, например, и он оказывает услугу по регистрации там, договора соответствующего, вот, без подтверждающих документов, это полбеды. А когда это достаточно тяжело, то есть законодатель придумал хорошо, но пока нет процедуры, это все вот в таком полуподвешенном состоянии. Цей закон вкрай потребує роз'яснень таких глобальних документів. Это глобальный закон, который запустил вот машину, да, и теперь параллельно с этим будет нарабатываться все соответствующие дополнения к нему, разъяснения, и к какому-то энному промежутку времени мы придем уже к нормальному работающему повноцінно і реалізованим законом. Взагалі, давайте пояснимо для тих, хто взагалі з цим законом не стикався, тільки побачив його, почав розбиратися, в чому взагалі заключається цей процес фінансового моніторингу, цієї перевірки клієнтів, так, самими суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Що потрібно робити? І в якому разі? Тобто є порогова сума, давайте з цього розпочнемо. Прежде всего, надо понимать, что для того, чтобы прописать вот эту структуру, всю последовательность действий, это надо брать четко вот сам закон, он не такой большой, но и не маленький, смотреть статьи, которые регламентируют определение риска, там три степени риска, да, определение пороговости, то есть сумма, с которой начинаются определенные операции, там, с 400 тысяч гривен, да, то есть если обращается клиент с вопросами до такой суммы, да, то как бы оно не подпадает под действие этого закона. Там, опять-таки, есть там определенные субъекты, как те же самые игральные бизнес, там от 30 тысяч. Ну, опять-таки, да, вот специфика идет. Это детали, да. Это детализация, все правильно. Но глобально ситуация такая. Я адвокат, самозанятое лицо, да, я, как и любой из перечисленных объектов, ко мне приходит клиент и говорит, вот, окажите мне услугу там сопровождения договора там купли-продажи. Ну, то есть юридически ставьте договор там между мною и вот контрагентом. Значит, прежде всего мне надо удостовериться, что
договор, который будет оплачиваемый, что в нем не возникает обязательства, которые будут подкреплены суммами либо же имуществом, которое было получено преступным путем. Каким образом я буду в этом убеждаться? Да, то есть прежде всего мне надо провести верификацию самого по себе клиента, проверить его по базе, ну, есть у кого доступ U-контроль, нет, значит, соответственно, по базе открытое данное ЕДРПУ. Проверить, кто у него бенефициар. Если бенефициар, ну, представитель юридического лица, если бенефициар – это заграничное лицо, определенный перечень, ну, то есть бенефициар не резидент, да, определенный перечень стран, резидентами которых, если он является, есть постанова Кабинета министров, с которыми у нас неправильные, назовем простым языком, взаимоотношения. Это в офшорной зоне это было. В том числе, ну, там расширенный перечень, но в том числе офшорной зоны. Соответственно, уже возникает у меня подозрение, что может быть, что-то не так. Плюс, если это там, например, субъект, который обращается, это там посадовая особа, тоже есть четкий перечень, который. Ну, опять-таки, идем, я же говорю, по закону, но да, глобально. Я удостоверился, что человек под эти критерии не подпадает, допустим. И если подпадает, то, соответственно, я дальше провожу следующие действия по закону. То есть проверяю дальше. Если же не подпадает, я оказываю полноценные услуги, не обращаясь уже как раз к этому закону. Опять-таки, но прежде чем проверить, провести верификацию, я точно так же, как и по закону о персональных данных, должен человека предупредить о том, что я буду использовать его персональные данные для верификации, проверки для требования этого закона. То есть еще одна, грубо говоря, дополнительная бумажка у меня появляется на столе, как и по закону о доступе к персональным данным, да, защите персональных данных. Дальше. Если подпадает человек, то я определяю степень риска. То есть я должен понять, законно ли было получено это имущество, которое продается, либо те денежные средства, за которые они будут продаваться. Как это определить? Ну, там существуют тоже некие критерии, да? Опять-таки, если это сумма до 400 тысяч, я даже не обращаю на это внимания. Ну, там, грубо говоря, там однокомнатная квартира. Опять-таки, если она получена преступным путем, я, грубо говоря, становлюсь следователем, который должен провести ряд процессуальных действий для определения, ну, как получена, приобретена в собственность, это можно проверить. И в любом случае есть ряд правоустанавливающих документов, по которым я в том числе готовлю этот договор, на который ссылаюсь. Но проверить законность их получения, ну, это уже достаточно проблемно. То есть тогда надо полноценно искать всю историю, поднимать всю историю переходов прав на недвижимое имущество. Соответственно, это обращаться с запросами там, в тот же самый государственный реестр, который даст выписку по движению всему, по движению собственников по данному объекту. Это такой достатньо хлопотний об'єм роботи. І це потребує дуже великого, так би мовити, немаленького часу. І це, відповідно, все фінансові розходи самого суб'єкта господарювання. Потому как каждая проверка – это человека часы любого сотрудника, который этим будет заниматься. То есть это налагает определенные финансовые, ну, скажем так, хлопоты. И причем иногда это могут быть достаточно большие суммы. После того, как это все определяется, если действительно ну, субъект находит подтверждение тому, что имущество там, или денежные средства получены незаконным путем, а там, злочинным шляхом, да, то есть преступным путем, там, в результате совершения преступления. Причем законом указано такой интересный момент, что это не обязательно должен быть приговор суда, по которому лицо привлечено к ответственности за конкретное преступление, и имущество было признано там, соответственно, либо вещественным доказательством, либо объектом преступления. Да? Нет, было совершено преступление, допустим, кража, за которое, опять-таки, неважно, какая санкция статьи, в отличие от 209 Уголовного кодекса, которая там четко предусматривает определенную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, и там описано преступным путем, именно по каким, ну, какие статьи под это подпадают. А здесь нет, просто преступление, то есть украли вещь, неважно, это уже было преступление совершено, но надо как следователь дать оценку, было ли преступление. То есть, грубо говоря, ну, мы как бы что должны... Чи есть досвід взагалі у вас для того, чтобы давать такую оценку? У адвокатов базово, да, потому как мы, изучая право даже в университете, получая диплом правоведа, а иначе адвокатом не стать, как получить диплом правоведа, мы понимаем, как проводится квалификация. Але риэлторы, чи розуміють вони? Абсолютно согласен, точно так же, как и бухгалтера. Преступным путем получено или нет, это уже сфера деятельности правоохранительных органов. Органа. Абсолютно, причем государственного органа.
суд і, ну, і соответственно, правоохранительна система, прокуратура, СБУ, следствие і МВД і прочі спеціальні органи для цього є. Це государственная парафія, ніяк не суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Тому от здесь вот такі глобальні просто вот пробелы, з которыми придется сталкиваться. Опять-таки, на усмотрение самого субъекта хозяйственного, вот моє суб'єктивне мнение, отнести этот вопрос, если на усмотрение субъекта хозяйственного, это будет абсолютно правильно. Я бухгалтер, я не разбираюсь, преступным путем это получено или нет. То есть это была правильная сделка или это было мошенничество. Будет тут квалификация, там, грубо говоря, 190 статьи, да, мошенничество, или не будет. Я понятия не имею, у меня нет опыта для того, чтобы давать. Я вижу, что у человека есть документ, да, подтверждающий. Спор о праве есть, мне не уведомили, есть или нету. Я оказываю услуги. То есть, ну, вот пока это еще достаточно сыро, пока нету ни судебной практики. Вот сегодня, например, коллеги из Харькова, да, адвокаты проводят онлайн круглый стол, так скажем, да, вот как раз вот по разъяснению этого закона. Именно по этому вопросу, да. И вот я рекомендую коллегам тоже приобщиться, хотя бы потом в записи посмотреть, вот, но это только обсуждение. Вы же понимаете, мы еще никто не сталкивался с самим законом практики, он еще, собственно говоря, плюс-минус не вступил в силу. Взагалі, чи намагалися отримати якусь комунікацію з владою щодо цього закону? Чи всі чекають от саме 28 квітня і роз'яснень від влади? А понимаете, тут какая история? У нас ведь власть, как и все государство, находится в, скажем так, рабоче-подвешенном состоянии ввиду эпидемии. Да? Поэтому получить полноценную консультацию, ну, с учетом того, что и деятельность всех министерств и, собственно говоря, государственного аппарата немножко так сжата, получить полноценную консультацию сейчас всем субъектам, на которых распространяется этот закон, достаточно тяжело. В том числе, как и поставить всех на учет, когда, ну, представьте, да, там миллион, грубо говоря, человек обратится одномоментно, или миллион субъектов обратится одномоментно с вопросом «поставьте нас на учет». То есть обработать даже вот этот объем заявлений, даже если это будет по одному листу, да, ну, это какие-то А уж приблизно, может, вы знаете, сколько еще додатково субъектов правильного финансового мониторинга за этим законом подпадают под зобов'язання этого закона? Еще ну, раз, такое количество? Новые субъекты, да, сколько их? Ну, новых субъектов, вот смотрите, адвокаты подпали все, да. А какая количество, не знаете, в Украине? Адвокатов? У нас на регион, по-моему, 1003. Ну, на Днепропетровскую область. Ну, грубо говоря, там можно умножить. Плюс субъекты бухгалтерского учета, которые теперь уже и оказывающие не только в официально в штате там юридических лиц, да, то есть это еще увеличение этого количества. Ну, это может 500 000 наберется. Это вот на круг на всех субъектов. Ще є такий цікавий момент, що якщо клієнтом суб'єкта правильного фінансового моніторингу є політично значуща особа, да, то суб'єкт повинен перевірити усіх членів родини цієї особи, політично значущої. Чи це взагалі реально, чи це можливо самим бухгалтерам? Ну, опять-таки, понимаете, можно на это смотреть вот буквально, да, с точки зрения буквы закона. Вот написано в законе, значит, все под козырек должны это выполнять. А можно смотреть с точки зрения реальности вот происходящего, то есть насколько это возможно. Как тот же самый, правильно говорите, субъект, который оказывает бухгалтерские услуги, может проверить то или иное направление. Это расследование, так бы мовити. Абсолютно правильно. Согласен. Опять-таки, он может обратиться к открытым источникам информации, доступ к которых у него есть. Проверить, посмотреть, грубо говоря, там источник. Вот, скласти, страниц... мабуть, анкету якусь для себе. Для так? себя. Вот, страницу в Фейсбуке посмотрел, есть у него супруг-супруга? Нету. Ну а где он получит информацию? Обращаться в ЗАГС, предоставьте информацию о том, зарегистрированы ли правоотношения с, ну, в части там, бракосочетания, да или нет. Как бы, если дети, дайте, соответственно, их, потом запросите еще персональные данные в налоговой, идентификационный номер, и что дальше, сидеть проверять по идентификационному номеру, это достаточно хлопотно. Для того, чтобы оказать услуги, подачи, там, допустим, декларации человеком перед вступлением на должность, да, того же самого политически значимого лица. Ну, то есть такой объем работы проделать для того, чтобы оказать услуги по заполнению декларации, ну, наверное, несопоставимо. Ну, просто вот есть понятие, да, закона, есть понятие вот, ну, как бы логики процесса.
Хоча держава взагалі має всю цю інформацію, відкриті джерела, так, з відкритих джерел або з невідкритих джерел. І було б чудово, якби для усіх цих суб'єктів державного фінансового моніторингу створили окремий сайт, на якому можна було б ввести ідентифікаційний номер або прізвище по ім'я по батькові і отримати всю належну інформацію. Ви абсолютно правильно от вектор задаєте. О чем достаточно длительный период, о каком вопросе идет речь? Речь идет об объединении баз данных. Каждый субъект, налоговая инспекция, да, там, ну, сейчас с пенсионным фондом там объединено, там, таможенная служба, да, правоохранительная система, каждый является держателем определенной базы данных. Если эти базы данных объединяются, точно так же, вот, как, например, открыли базу данных прав на недвижимое имущество, база данных реестра транспортных средств, она не открыта, потому как, ну, она, мы понимаем, что по умолчанию в ней содержится большое количество уже нарушений. То есть, если открыть, мы увидим, например, зарегистрированных на один и тот же государственный номер 4-5 автомобилей. Имеют официально выданное право с одним и тем же государственным номером. Да, чего быть не должно. Если эта база откроется, ну, просто энное количество правоохранителей попадут под следствие ввиду того, что они выдали. Ведь кто-то официально это выдал. А у нас только в городе есть такие информации, когда, ну, есть и фактаж о том, что ездят автомобили с одинаковыми номерами. Официально выданными причем. Так вот, если эти базы данных объединяются, а есть системы, которые их объединяют. Есть системы, которые объединяют на муниципальном уровне такие базы данных. Это упрощает работу любого из этих органов. Тот же самый исполнительный, ну, исполнитель государственный, то ли частный, да, он обращается, у него есть доступ к этой базе, он обращается по должнику, по своему производству, да, он получает сразу доступ к базе налоговой, откуда получают доходы официальные. Соответственно, он понимает, что здесь у него есть источник. Он получает доступ к реестру транспортных средств, к реестру недвижимого имущества и так далее и тому подобное. С точки зрения нашего закона, да, если объединить деятельность, объединить вот эти базы, то и получается, что у субъекта мониторинга, только вот государственного, да, тот же самый НБУ, Минюст, да, и прочие органы, точно так же, как и правоохранительная система, они открывают, смотрят, они понимают. Достаточно информации для абсолютно того, чтобы проверить. Только эти, каждый из государственных органов почему-то считает, что это собственность. Понимаете, то есть это достояние всего народа и используется только в определенных целях. То есть оно не публичного доступа, естественно, но это не собственность каждого министерства, ведомства или подразделения. Если их объединить, то, соответственно, отпадет большое количество как раз вот необходимости принятия таких вот законов и наложения дополнительных финансовых и, соответственно, там, временных обязательств на субъекты. Можливо, ви знаєте, як в інших європейських країнах моніторять і перевіряють на протидію легалізації? Ну, достоверного опыта вот европейских стран я сейчас не вспомню. Соединенные Штаты мы проводили аналог, у них этим занимается, то есть, на государственное учреждение, да. Однако вот что касается терроризма и оружия массового уничтожения, да, вот и это отдельная часть. То есть если мы отнимем вопрос закона, нарушения закона, то есть злочинов, у них есть определенные порядки, но опять-таки тоже, когда мы касаемся вопроса терроризма, любые правоотношения, которые возникают, там, у нас появляется, например, по этому закону вопрос о взаимоотношении с НГО, то есть общественными организациями, которые тоже подпадают под объекты, которые подлежат мониторингу. То есть, если ко мне обращается общественная организация, я тоже должен ее проверить на предмет, только тут уже опять-таки на предмет вот финансирования терроризма или финансирования там оружия массового уничтожения. Да? У них есть и в этом плане вот, по противодействию терроризму очень жестко поставлена ситуация, но это же другой порядок. Совершенно. То есть у вас, как у обычного человека, да, или у любого жителя города, который понимает, что средства направляются на закупку такого-то и такого-то биологического компонента, то в любом случае возникает некое подозрение. Да? То есть вот помогите составить договор или мониторьте там закупка какого-то компонента. Естественно, возникает подозрение, и не лишено смысла обратиться к субъекту финансового мониторинга, проверьте.
Для этого есть соответствующие компетентные органы. Мы отправляем, проверьте, пожалуйста. Потому что у меня подозрение. Это объективно оправдано, потому как это подвержено жизни и здоровью каждого из жителей. Что касается преступления, допустим, кража, допустим, подделка документов, допустим, там, телесные повреждения с имущественным каким-то параллельным нанесенным вредом. Да, это социально значимо, но социально значимо локально, потому как это преступление не распространено на всю территорию, да, и не может быть там объектом большое количество населения. И никто не уменьшает значимость самих преступных действий. Но, опять-таки, вопрос сопоставимости. Поэтому Соединенные Штаты имеют хороший опыт по части терроризма и по части как раз оружия массового поражения. А что касается закона, у них оно более, ну, более сглажено, что ли. Но опять-таки тоже урегулировано. А чому ж вже взагалі Верховна Рада от саме зараз, так, через карантин в Україні продовжити строк вступу у дію цього закону? Перенести? Так. Ну, вообще, сам по себе закон в перехідних положеннях содержит норму, когда и в какой последовательности он вступает. Верховна Рада имеет право внести, ну, вынести законопроект и, соответственно, проголосовать за него о внесении изменений в любой закон, в том числе и в этот, в части переходных положений, и перенести срок вступления в силу этого закона. Да, это возможно. Вопрос, ну, надобности. До речі, хочеться з вами поговорити ще про стан адвокатури зараз. Бо я бачила таку інформацію, що в Одеській області видають одноразову матеріальну допомогу адвокатам у зв'язку з пандемією COVID-19. Взагалі, може, якась ситуація в Дніпропетровській області є? Щодо допомоги або щодо стану, так? Насчет помощи, от Кабінет міністрів і... Я, по-моему, сегодня только эту новость смотрел о выдаче как раз материальной помощи, но там определен список, перечень, да, тех, кто имеет право на такую помощь. Туда подпадают ФОП, да, первой и второй группы, то есть физлица предприниматели первой и второй группы, которые там есть на удержании дети. Точно так же, как и люди, которые зарегистрированы в Управлении соцзащиты населения по содержанию ребенка, да, по уходу за ребенком. То есть это социальная категория населения, которая социально подвержена дополнительному защите. Соответственно, не могут обратиться. При этом это может быть и лицо, которое оказывает как физлицо предприниматель услуги адвокатские, да, или там как самозанятое лицо. Поэтому возможно в таком ключе. Может быть, это было решением Совета адвокатов региона. То есть я не готов комментировать ситуацию одесскую, я ее не видел, ну и не знаю документы, но как вот моделирование ситуации, я говорю, что это может быть также и вот как раз ситуация, что Совет регионов определил о выделении определенной помощи определенным адвокатам, да, вот ввиду вот как раз COVID-19. Поэтому да, это не лишено смысла, если такие субъекты требуют помощи, поддержки. Зрозуміло. Дякую вам велике за роз'яснення. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про зміни, які передбачені законом України про протидію легалізації доходів і фінансуванню тероризму. А в нашій студії був Станіслав Абрамов, адвокат. Дякую вам. На все добре.